Да, я действительно коснулся пальцами носков, и в этом ролике я покажу тебе одно упражнение, которое поможет в изучении невероятных подтягиваний. Но перед этим небольшое объявление. Если тебе тоже нравятся стрит-воркауты, тренировки на турниках и брусьях, то подписывайся на канал, включай уведомления и давай тренироваться вместе. Невероятные подтягивания – это упражнение из классического стрит-воркаута начала нулевых, которое одновременно позволяет тебе тренировать и спину, и пресс, и силу, и координацию. И главный момент заключается в том, что это упражнение выполняется не только за счет силы, но и за счет техники. Потому что действительно потянуть себя так высоко и так резко для того, чтобы иметь возможность выкинуть руки вперед и коснуться своих носков, очень и очень сложно. Честно говоря, я не знаю ни одного человека, который мог бы сделать это упражнение только за счет силы. Поэтому важно отработать технику. Именно с точки зрения техники и будет сегодняшнее упражнение. Оно позволит тебе научиться забрасывать свои ноги вверх. Уверен, что на твоей площадке некоторые так пресс качают, но суть в том, что пресс ты таким образом не накачаешь. Зато можешь тренировать маховое движение ногами, которое тебе необходимо для того, чтобы ноги оказались на высоте турника. Собственно, невероятные подтягивания и заключаются в трех основных движениях. Во-первых, ты делаешь мах ногами, во-вторых, ты сгибаешь руки, делая подтягивания, и в-третьих, выбрасываешь их вперед для того, чтобы коснуться руками носков. Вот и все. Поэтому, если ты уже можешь сделать 10-12 подтягиваний чистыми, то стоит тебе отработать мах ногами правильно, немножко потренировать технику, и ты освоишь это упражнение. Оно только на первый взгляд кажется трудным. Кстати, у меня есть мысль сделать отдельное видео с подборкой таких упражнений, которые кажутся трудными и крутыми, а на самом деле их можно очень быстро научиться делать. Так что, если эту идею одобряешь, напиши в комментариях. Также меня часто спрашивают, что за перчатки я использую в своих тренировках. Когда речь заходит про динамические упражнения, это всегда F1 Киберпанк, в данном случае из магазина Workout. Отличнейшие перчатки, ладонь сделана из замши, а это значит, что сцепление нейтральное, но в то же время перчатки защищают от мозоли. Так что мне очень нравится. Надеюсь, это видео тебе понравилось. Если вдруг я могу чем-то тебе помочь, пиши в комментариях свои вопросы, а я постараюсь записать видео с ответом.